В музее холодной войны «Бункер 42» на Таганке 1 сентября прошло торжественное мероприятие Института журналистики, коммуникации и медиаобразования МПГУ, посвященное Дню знаний. Открыла мероприятие выступление директора института Татьяны Николаевны Владимировой. Она поприветствовала всех присутствующих и отметила, что Новый год коллектив ИЖКМ по старой традиции отмечает именно 1 сентября. Я очень хочу, чтобы у студентов все получилось, чтобы они достигли поставленных задач. Но на самом деле, чтобы они еще некоторое время оставались детьми. А взрослыми мы успеем быть всегда. А вот в этой детской непосредственности, в детском любопытстве, часто открывается то, что взрослым открыть невозможно. Главными героями дня стали первокурсники. Под руководством старших товарищей они подготовили сценки, песни и танцы. Здравейка, это приемная комиссия? Здрасте, да. Вот наш документ. Где общага? Вы поступите сначала. А где нам жить до поступления? Там, где жили раньше. Вы знаете, где мы жили? Нет. В Кукуево, вот, да. Вы там были? Нет, благо. А мы там жили. Ну, вообще, вначале мне показалось, что первый курс какой-то тихий, какой-то скрытный. Но потом я поняла, что я глубоко ошибалась, и постепенно они начали раскрываться. Я увидела их талант, их горящие глаза, что они тоже готовы работать. И меня это, скажем так, зарядило, что ли. Мне захотелось с ними тоже окунуться в эту какую-то яркую, веселую атмосферу. И самое главное, помочь им, чтобы у них все получилось, чтобы этот день получился просто на ура. Такие разные, но все-таки вместе. Такой была центральная идея всех постановок. Преподаватели университета поздравили студентов и пожелали им удачи в новом учебном году. А заместитель директора по учебно-воспитательной работе, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации Светлана Юрьевна Ермолаева вручила грамоту ребятам, проявившим себя в учебе и активно участвовавшим в жизни университета. Почетными гостями праздника также стали выпускники разных лет, поделившиеся своими воспоминаниями о студенческих годах. Завершился праздник традиционным исполнением гимна Института журналистики, коммуникации и медиаобразования. Мне было сначала страшно, потому что неизвестное всегда пугает, а оказалось, что это на самом деле прям как-то по-душевному, по-семейному, оказалось, что это настоящий праздник. Вот, и не знаю, было очень-очень классно. Концерт, я первый раз смеялся на концерте, потому что был хороший КВН от журналистов и хороший танец от нас, рекламистов, ну, рекламщиков. Вот. И надеюсь, что студенческая жизнь будет такая же веселая, как и этот концерт и этот праздник. Корреспонденты 7-й мастерской поздравляют всех с началом учебного года и желают студентам и преподавателям плодотворной работы и творческих идей.